Мы с интересом едем в штат Нью-Йорк, в городок Скохэри Каунти. Под этим городком на глубине 50 метров лежит целая сеть пещер, способная напомнить людям с воображением лабиринт Миноса или подземное царство мертвых. Тут течет и речка, похожая на Херон, и есть озеро имени Венеры. Но это я лихо черпнула, потому что пещеры Хофф Кейвс, а они так называются, оснащены по последнему слову техники, подсвечены цветными огнями и вместо нити Ариадны водят по подземным лабиринтам и гротам симпатичные гиды, катают на ладье по речке, а гости этого популярного места не боятся на пару часов опуститься в пещерный холод с уличной жары в шортах и шлепанцах, в отличие от нас, предусмотрительных и не столь закаленных. Любопытная история обнаружения пещер. Первую открыл в 1842 году американский фермер Лестер Холл, обративший однажды внимание на завывание ветра из какой-то из ям близ дома его друзей. С друзьями он начал исследовать яму, ища источник ветра, и наткнулся на вход в пещеру. А затем, не представляю, как можно было затем вручную очистить узкий проход от громадных валунов. Ну, видно, фермер с друзьями воспламенили надежды откопать бесценный не иначе, как клад, что придало им Геракловы силы. Но клада не оказалось, лишь туннель, и они продолжали копать. И вот через год неугомонный пещерокопатель мистер Холл соорудил гостиничку наверху и стал продавать в первую пещеру билеты. Народ повалил валом. В начале 20 века у перекупивших гостиничку начались некие финансовые проблемы, и на несколько лет пещера была прикрыта. Но все течет, все изменяется, проблемы закончились, земля вокруг доходного места была выкуплена, и в 1929 году, соорудив под землю лифт на глубину 8 этажей, новые хозяева развернули пещерный бизнес, а пещера оказалась целая сеть. В этом прелестном здании в духе Средневековья с рестораном, кафе, оригинальными сувенирами в красиво обставленных комнатах начинается, собственно, путешествие. Но начать его надо с кабинета мистера Хоу, чья восковая говорящая фигура встречает путешественников рассказом об открытии. Необычный рекламный ход, не правда ли? Мы проследуем по двухчасовому маршруту, а вы следуйте за нами. Увы, нам не удалось заснять в пещерах, где температура всегда плюс 12 градусов по Цельсию, рождение местного сыра с плесенью, молди чиз, который созревает здесь, и его можно отведать наверху в ресторане или купить такой редкий сорт домой. И, наконец, последнее, что никак нельзя упустить из виду для тех, кто ищет свою половинку. Здесь, в пещерах, есть удивительное сердце – алтарь любви, встав на которое, говорят, выйдешь через год замуж или женишься. А если ты уже не половинка, а целая со своим любимым, стоит встать на сердце вдвоем, так сказать, закрепить результат.